Всем привет! Видео с подоконника, сайт Дом Пряжи. Сегодня показываю вам фантазийную пряжу. Это травка. Показываю этикетку вам, что это артикул Cut. 350 метров в 100 граммах. Это такой нежно-розово-сиреневый цвет. Вот смотрите, какой у нее ворс большой. Она очень мягкая, очень нежная. Есть такой пряжа, вязалась с добавлением смесовки с кашемиром. Детские кофточки. Очень нежно получается. Можно вязать отдельно, но имейте в виду, что она вытянется, если ее вязать без какой-то стабилизирующей другой нитки. Поэтому, как всегда, вяжите образцы. И пряжа очень интересная, она вам понравится. Я бы еще такую сочетала пряжу, может быть, с ниткой мохера и с ниткой мериноса. И вязала бы в одну нить. Вот еще раз показываю, какую в одну нить. У нее большой ворс. Вот они какие ворсинки. Она очень-очень нежная.